Всем привет, с вами как всегда Никита. Мы продолжаем, играем Skibidi Defense. Так, я здесь нубик. Чё мне новогоднюю шапку дали? А у некоторых нету. Окей, давайте потрейдимся. Я обучение принял от камерамена. Окей, у меня здесь какие... Чё-то пустые постой, я не играл, честно говорю, видите? О, он мне что, реально даст ее бесплатно? Уже подумал. Давай тебя принем. Это тот же был, наверное. Вот, камерамен. Так, легкий режим. Погнали. У меня 50 туалетной бумаги. Так, здесь сколько стоит? О, 50! Покупаем. О, так она вообще. Даже если бы он мне бесплатно дал, было бы все равно. О. Я не могу это клеймнуть. О! День первый. Так, так, так. Что на эти штуки можно купить в магазин? Так. У вас есть ноль. Нет. Здесь нельзя за эти штуки купить ничего. Так. Мне интересно, что за эти... Вот. О, эльф. Окей. Окей. А вот. Не она. Это самый нубик, я хочу его олень, человек телевизор. Окей. Так. О, уже пряничный камерамен. Эль спикермен. И последний, кажись, да. Окей. Не так уж и много мне выпало. Тогда тебя и тебя открываем. Ну. Экипируем. Нормально так. Баня. Окей, буду с этими юнитами. Я думал, уже новым буду. С такими буду. Ой, здесь что? Рождественский инвент. Я еще вообще нубас. Поэтому не буду. Бесплатная туалетная бумага. Ну, я понял, короче, что это. Ну, это как, типа, АФК стоишь. Да, у тебя там написано еще и тебе дают. В легкий режим. Даже я в средний пока боюсь. Эй, начинаем. Такая вот блока прикольная. Игру. Я в нее очень долго хотел. Просто зашел рандомно. И вот так вот повезло. О, пряник! Пряник крутой. Давай, пряник. Будешь здесь стоять. Пряник мне нравится. Его поставим еще. Ее. О, пряника надо апгрейдить, кстати. Хотя можно ее поставить. Давайте ее сюда поставим. О, нормальная такая. Ну не, их на... Я хочу просто... Буду убирать их. Так. Она мне не нравится. Буду пряником. Пряник давай. Еще пряника ставим. Еще пряника ставим. Эй, во. Во. Тогда денег не хватало. Во, смотрите, как круто. Так, настройки. Трейды, автоскип, да, окей. Анимации высокие, выключено. Эпически. Разблокировать легендарный. Окей. О. Эй. А, во. Вот так тогда. Нормально, у меня пряник второго левела. Это пока на любого. Во, лучше у меня пряник пока.
лучшего левела. А чё они не стреляют? А урон наносится будто бы. Окей. Окей, зависло. Так. Так, так, так. Нормально так легко проходить. Сколько мне туалетной бумаги дадут, мне интересно. Скоро 20-я волна. А у меня так мало пряников. Они, наверное, могут с боссом не справиться. Или справиться, я не знаю. Но может, они пряники сильные. Но, наверное, справятся. Это же сам маленький босс. Урон. Что так много урона? Окей. Хочу одного... хотя бы на максималку. Вот. Сейчас этот у меня самый крутой. Давай, бей. Легко проходить. Ой, я его убрал. Пряник. Чак. Гигачат. Так, ладно. Вот этих двух пряников продаем. Ставим ее. И бом. Будет нам помогать. Хотя, пряника, чак, пряника, чак, я же мог ее и так поставить, зачем я пряничных своих друзей продал, не знаю. Так, все, апгрейди, сейчас будем копить, ну прикольно, я такой с новогодней шапкой. Но эта игра мне реально нравится. А тот эпизод 69, в Toilet Pro Defense уже тоже такой эпизод. Ну, который, когда в Toilet Pro Defense был еще, ну, эпизод меньше. 68. Она мне наскучала уже как-то реально. А, я его так еще не апгрейдил. Пряник. О, 17-я волна. Полицейские идут. О, они мне так нравятся, их лица. Нубасики такие прикольные. Миленькие. Нубики такие идут. Эти. О, да, они проходят через меня. Давайте одного на максималку. Надеюсь, у них 5-й левел максимальный. А то там 10 тысяч мод будут стоить. О, могу. Да, максимально. Это 5-й. Сейчас на этого 2,5 надо. Это тоже проходит через меня, да. О, сейчас босс пойдет. На 20-й волне. Ну, надеюсь, пряники и это эльфик. Ну, буду ее так называть, справится. 20-я волна. Давай, босс. Босс, иди. Босс, идем. Босс, идем, идем ко мне. Босс, иди ко мне ты. 700 тысяч урона уже. Эльфины продаем. И пряника апгрейдим. Где босс, я не понял. Нет, не боссы. Я не понял, где здесь босс, я не понял. Реально. Так, привет, нубики. Вот босс! Босс. Сколько у него? 150 тысяч. Мои пряники его не вынесут. Пряники! Смотрите, сколько я ему мало нанес.
Так. Надо как можно больше сейчас оставлять пряников. Он не добивает его. В радиус не доходит. А, чуть-чуть. Можно камерамен даже поставить, добьет. Камерамен. Камерамен нам все решит. О, мне дали много туалетной бумаги на один кейсик. Не, я уже проходил обучение. Смотрите, я не буду с этими все-таки. Я хочу без инвентарских. Хочу хотя бы рарочку. Рарочку. Блин. Привет. Могу тебе дать такого. Её. Так, бесплатные подарки. О! О, большой спикермен! Привет! Сейчас хочу рарочку дайте мне рарочку. Есть! Вертолет спикер. Все! Сюда! Бесконечный режим. Какие у тебя юниты? У него этот титан есть. What? У него этот титан есть. Вот этот. Сюда? Я нубик. Он что, мне поможет пройти? Или он думает, что я профессионал, или он не умеет смотреть. Вау! Здесь пойдут. Во. Смотри. Сейчас еще. Он тоже громадный, я вам скажу. Гигачат. Давай, покажи нам всю свою мощь. Так, сюда. Сюда его. О, 50, так мало стоит. Апгрейд их. Так я их сейчас быстренько на максималку апгрейджу. Да, добили его. Нормалюк. Ой-ой. Гигачат оставим. Гигачат оставим. Два гигачата. Два гигачата не справились? Чё? Это мои друзья. Блин. Гигачаты. Воу. Блин, гигачат слабый. Так. 1000 надо. 40 волн. Ты про, да. Отдам на максималку. Джу-джу-джу. Рун 10 тысяч. Смотрите на этого красавчика. Снеговик какой титан. Вау. Это я нубик. Это на максималку? Это тоже? А, нет. Эй, юзай.
Так. Я нубик. Так, тебе. Так. Сейчас будем апгрейдить. Но реально про. Этот титан всех разнесет. А, он. Так титан не достает, ты куда его поставил? Реально не достает радиус. Чё? Так, на какого уровня? Чу, второго! Так, сейчас будет это оттуда доставать. Вы гоните, у него 8-й левел сейчас будет. Нормально. Атака, 1000. 8-й левел, максималка, нормалек. Так. Так, нормально, нормально. Но круто, что я с ним захотел поиграть. У меня еще был, я думал, это же Харт. Ну, я увидел у него титана, но я теперь не сомневаюсь. Но он реально про. Так, у меня все уже вертолеты на максималку. И еще на максималку. А, нет. 27 юнитов можно, так это круто. Тогда трудофен стоит 15. А здесь 27. Когда у меня будет эпик, это будет трэш, как круто. Так. Нормально. Вау, это... Он такой сильный, этот босс. Мы его можем не одолеть. Реально. Хочет стана атака 10 000, перезарядка 10 7 минут. Ну это что ты мне окна пришло, окей. О, добивает. У тебя 200 000. Так, а на максималку. Может, юнит тогда смотрит чего-то. Я не знаю. Так. Да, ну, если он не даст юни, то будет круто. Но он, конечно, не даст, я знаю. Бесплатно мне ничего не дают. Никогда. Бесплатно мне ничего не дают. Реально. Мне особенно. Мне максимум друзей.
сауры. А я же не знаю, если я перезайду, у меня будет штука, типа, ты хочешь вернуться? Как, наверное, нет. Но я не знаю этой игры. Тогда-то надо будет попробовать. Ну все, нам капец. Мы же не вынесем его. Вот мы... Ну мы же реально не вынесем его. Ну реально. Его только... Станы максималку сможет вынести. Ну, если бы этот стан был бы на максималку, то мы бы его вынесли. Так нет. Ну, сколько мы вынесли? Ой, как мало. Даже половину мы ему не снесли. Лям даже один не снесли. Он нам, кажись, всю базу снесет. Ты шутишь, у тебя 800 тысяч? Да, апгрейди, пожалуйста. 45, как мало. Как мало. 1000. У тебя лям монет. Ты же можешь его обгрейдить. Вот ты же можешь. Ты же это можешь сделать. Чё ты его не обгрейдишь? 45 тысяч. Что тебе эти 45 тысяч? Ты же легко накопишь. Ну реально, ты же легко накопишь. И будет очень круто. Он будет, наверное, мод соточку и хоть снесет. А так, 500 это мало. О! Протрется 2000, но они нам не помогут. Ой, база снесена. 50 хп! Он нам 400 снес. Он нам снес 400. Он нам снес 400. Он нам снес 400. Он нам снес 400. Эй, сюда хочу поставить. Окей, сюда поставлю. Ну, толку нет, мы проиграли уже. Мы его не вынесем же. Вот ты его обградил, я сомневаюсь. У него 145 урона. Тысяч, то есть. Апгрейди, пожалуйста. Что тебе мешает? Тебя 2 ляма денег. Ой-ой-ой-ой-ой. Unprofessional, я нубик. Если бы у меня был бы этот титан и 2 миллиона денег, я бы его на максималку бы апгрейдил. Он играет его на максималку. У тебя точно хватит денег на это. Ой, нормально, уже пошли. Но они нам все равно не помогут. Кстати, если бы побольше, 3 таких пошло, наверное, ну, 4, то есть, мы бы вынесли его. Ну, нет, мы его не вынесли. Поздравляю. В лобби, вернуться в лобби. Ну, я его скинчик запомнил. Мы на один сервак попали. Чё это? Скин бегемота. Окей. О! Читончик. У него тоже есть ненавик. Так, первый, второй.
Так. Инвентарь. Трейды. О, трейдиться можно так. Так, 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 так. Привет. У меня он есть. У меня он есть. Так. Пить. Так, я произошел. Того человека добавил в друзьяшки. О, прикольно у него есть. Вау. Окей. Сюда сесть нельзя, нельзя. Прикольно, чё. Так. О, что-то он есть. О, принять. У меня он есть. Чебуречек. Чебуречек. Нет. Так. О, кстати, сейчас подарок получу. Нет. Получить 75. Эпика, 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 эпика. Есть! Эпик в команду! Привет, эпический! Ты шутишь, это тот? Окей. Зачем мне она? О, вот ты. Я тебя помню. Ты у меня в дыре есть. Друзьяшка. Приветики, 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 омлетики. Пошли, пошли, пошли. Кто это? Так, ну давайте ему что-то дам. Могу тебе ее дать. Могу тебе ее дать. Давай. Давай, давай. Принимай. Принимай. Будь. Так. Баннер. А. Нет, отмена. О, о! Я чуть-чуть подожду и... Чуть-чуть подождем, и у меня... Я открою целых два кейса. О, здесь бесплатная легендарка за 90 минут. Наверное, я сегодня ее получу. 150 минут. Ща-ща-ща. Заберу и пойдем. Окей, и в оригинал. А я легендарку очень хочу. Окей, камера. Ладно. Какая легендарка? Хотя бы. Хотя мне ничего, кроме легендарки, мишка, легендарка. Блин. О, челик в хард. Можно с нами? О, не-не-не-не-не. Так. А я пойду сюда.
Кто со мной, кто со мной, кто со мной? Никто. Ну, окей. Ну, давайте подождем. О, там кто-то... Это... На мифа хочет весь свой инвентарь отдать. Так, так, так. Ну, на этом... А на этом мое видео заканчивается. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.